Врачи районной больницы наградили грамотами от Министерства здравоохранения Московской области за многолетний и добросовестный труд и благодарственными письмами от губернатора Подмосковья. Подводя итоги года, главный врач районной больницы Александр Сумин отметил успехи вакцинации и диспансеризации в 2017 году, положительную динамику работы стационаров. Поставил задачи на 2018 год. Среди них квалифицированная диагностика, совершенствование лечебного процесса, решение кадровых проблем и улучшение материально-технической базы больниц и поликлиник. Во главе угла у нас должен находиться человек номер один. Это наш пациент. Я благодарю вас за работу в 2017 году. Я вам говорю, вам всем большое спасибо. Да, вот так мы работаем. День и ночь, ночь, день. Порой что-то не получается, но работа делается грандиозная, грандиозная. Поэтому большое вам спасибо за эту работу, которую вы выполняли и будете выполнять.